Проспект Победы закроют, предположительно, в пятницу, 28 июня, а не 25 числа, как сообщалось ранее. На официальном сайте администрации города сегодня опубликовано такое объявление. Движение пассажирского транспорта будет изменено. Конкретные пути объезда расписаны по каждому маршруту. К примеру, «Газели» 36, 57 и 62 по направлению в центр города пойдут по улицам Шевченко, Леушинской, 1 мая, Мискинова, Коминтерна, Орской, Терешковой и далее по своим схемам. Из центра в направлении Степного с Терешковой свернут на Орскую, затем на Абдулинскую, Немовскую, Леушинского, с Шевченко далее на проспект Победы. Маршруты 40, 45, 52 пустят по Шевченко, Одесской, Маломельничной, Степана Разина и Аксакова. Подробная схема маршрутов на сайте администрации города и в самих автобусах и газелях. Маршруты объезда уже известны, но насколько они подготовлены. Горожане волнуются уже сейчас, ведь людям, живущим на проспекте Победы, до временных остановок идти гораздо дальше. А кому-то дорожные работы и вовсе перекроют подъезд к дому. Ирина Кривобокова продолжит. Проезд с этой стороны к нашему дому Победы 124 уже не будет. Здесь вот стоит у нас на Лермонтова, на улице, знак, что сюда тоже не заедешь, не выйдешь, стоят блоки. То есть проезд закрыт. То есть вот мне через месяц рожать, ко мне скорая, то есть не приедет. В этом доме девушка со своей семьей живет уже 4 года. Переулок Лермонтова, по которому можно было бы добраться до их дома, перекрыт сотрудниками отдела полиции. Екатерина отшучивается, что когда придет время для родов, к машине скорой помощи, наверное, придется идти пешком. По данным городской администрации, проспект Победы полностью перекроют 28 июня. Сегодня с одним из перевозчиков мы решили узнать, готовы ли объездные пути для ремонтируемого проспекта Победы. Объездной маршрут утвержден, но там до сих пор ничего не оборудовано для того, чтобы эти улицы смогли принять на себя тот поток транспорта, который хлынет сюда после закрытия проспекта Победы. Движение не пущено, а пробка уже на самом деле присутствует. Если сюда еще запустится, там сколько у нас по расписанию, 3 маршрута будет по этой улице проходить, то ежедневно здесь будет стоять большое количество транспорта. Для нормального движения транспорта по маршруту объезда на этих улицах должны появиться оборудованные места для остановок автобусов, соответствующие по названиям с такими же по проспекту Победы, и разметка дороги. Также специалисты считают, что на некоторых перекрестках нужно поменять приоритетные знаки. Поворот тоже не обозначен, вот здесь должна быть главная дорога. Какая должна быть главная? Ну, естественно, вот это, по которой сам маршрут. Поворот с Маломельничной на Степана Разина и обратно. С учетом того, что там перекроется движение по Победе, но знаки приоритета все равно должны стоять. Работа предстоит обширная. Насколько городские власти смогут ее выполнить, судить можно будет уже в пятницу. Если, конечно, сроки вновь не перенесут. Ирина Кривобокова, Петр Рукин, Орен ТВ.